Bonjour à tous, merci d'être là. Спасибо, что вы здесь. Даже если эти ребята потом выберут какую-то другую специальность, другую профессию, если они будут заниматься там точными науками, станут докторами, геологами, учителями, неважно, все равно вот это творческое начало, которое они здесь приобретают, оно им поможет в жизни. Творческое общение, вокальное, актерское, живописное, оно необходимо для каждого человека, потому что мы не можем творить в копилку, мы должны творить людям. Это машина времени, мы с вами видим наше будущее. Вот такое, потом такое, 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 а потом они на голову выше, понимаете? Поэтому вот потом, когда вы будете через 10-20 лет сидеть дома или на даче, или с кем-то смотреть телевизор и говорить, а вы знаете, а вот эту девочку я видела, когда ей было 5 лет, а вот этого мальчика я видел, когда ему было там 12 лет, а вот этого и так далее. Вот они все растут, значит, взрослеют, и только Саша Олешко каким был, таким и остался. Па-бам! Президентский симпатий предоставлен. Студия «Ералаш Челябинск». Съемка главной роли в челябинском «Ералаше». Президентский симпатий. Красивое, известное всем у нас имя. Ура! Ура!